Кронштадте завелись путиноиды. Это и другие подростковые команды приняли участие в электоральном квесте в Кронштадтском дворце молодежи ко дню молодого избирателя. Ребят, седьмая команда, да? Да. У вас какой-то девиз есть? У нас есть девиз. Все в наших руках. Все в наших руках, а зовемся мы путиноиды. Отлично. Ну что, пойдемте тогда проходить квест, да? Конечно, конечно. Так, имя этого человека на рубеже 19-20 веков было известно многим, не только в России, но и далеко за ее пределами. Со всех уголков люди стекались к нему за утешением и помощью. 19-20 века. Иван Кронштадтский, нет? Кронштадтский совершенно верно. Необходимо построить логическую цепочку избирательного процесса. Что такое избирательный процесс? Образование избирательных участков идет вперед. Предвыборная агитация позже. Составление списков идет после образования. Выдвижение кандидатов, потом регистрация их, выборная агитация, голосование, подведение обнародование итогов. Ну как? Как все прошло? Было весело, интересно. Работали дружно. Да. У нас очень дружный и хороший коллектив. Расскажите мне, пожалуйста, что было самым вообще сложным из всех заданий? Это исторический отдел. Да. Это просто нам всем нужно подучить историю, потому что без нее никак вообще. На самом деле, благодаря этому мы узнали свои минусы и то есть, что мы должны исправить у нас. Скажите мне, пожалуйста, на выборы пойдете? Конечно. Я хочу что-то.